Эвелли, любимая, все хорошо, я рядом. У меня до сих пор кошмары. Возможно, это все еще ваш посттравматический синдром из-за аварии. Ты только что прошла мимо Акро-Каберне, склона Спинагри, а здесь у нас... Разве не безумие делать это в такое время? Сейчас ты должна думать только об одном. О рождении здорового ребенка. Хочу поднять бокал за эту молодую пару и поприветствовать в нашем необычном клубе. Ты знаешь, кто здесь жил до вас? Они были странной семейкой. О, ведающие, скажи мне, когда мы... Хелена, ты в порядке? Она была будто одержимой. Поприветствуем Эвелли в нашей группе. Поделимся любовью и жизненной силой с ее дитя. Порой мне кажется, я просто с ума схожу от этой беременности. С этим местом что-то не так. И это не мое воображение. Бутылки с вином. Они взорвались. Они целые. Прислушайся к своей интуиции, к материнскому инстинкту. Мы говорим о сильных галлюцинациях. Там кто-то есть. Что это? Защита. Защита от чего? От зла. Что-то случилось на этом участке. Что-то ужасное. Оно осквернило землю. Все хорошо? Все очень плохо. Видение.